Так, ну что ж, сегодня у нас уже 21 ноября. Полюбуйтесь на мою луночку. Мой боксерчик. Как по мне, так мне кажется, они уже еще немножко подросли. Боксерчик вытягивается, но Луна опережает. Да, Луна? Луна вообще длинненькая у нас. Так, Машенька у нас тоже. Маша кормушечку поломала, мы ее так перегородочку тут поставили. Что я когда воду наливаю, я ее приучила с водой кушать. У нее сухой корм с водой, и все равно еще стоит поилка. Она еще из нее пьет. Вот так приучила. Отдельно не могу. Сухое уже пробовала давать, воды не добавлять. Она сбрасывает поросят. Стрессует, не нравится ей. Только так мы любим. Ну, так приучила ее с маленького. Раньше ж поилки-то не было, и я все сразу им... У нас же была с кабанчиком. Маленькими я их брала, кабанчика и ее. И я им все наливала сразу сюда и водичку, и корм. И поэтому так приучились они. А теперь она уже не может отдохнуть. Вот она уже поправилась у нас, Машутка. Покрылась. Будем ждать через 18 дней, что она нам запоет. Наша красотулька. Да, Машутка? Ну, короче, получается, укоротили ей кормушечку. Здесь уже ничего не убирали. Так просто сделал муж рядышком. Поставил. Потому что там тут много работы. Мы не стали уже. Забилась у нас тут поилочка. Почему забилась? Ну, муж уже сделал. Сейчас уже хорошо все делал. Там вообще даже просверли, больше дырочки сделал. Мы же, получается, от этой бочки сделали теперь, провели поилку поросятам. И от этой же бочки, ну, и как и было у свиньи. Ну, и когда муж немножко тут приподнял трубу, видимо, там под давлением как-то забилась дырка. Ну, в общем, все сделали, кинулись, а у нее воды нема. Муж все там почистил, сделал. Ну, а тут ничего не забито было. Вот эта кормушка стояла в другом совсем сарае, в летнике. Ну, она стоит без дела уже второй год. Мы решили, почему бы и нет. Теперь поросят сухо. Хорошо. Вот, прекрасненько. Они сразу научились с нее пить. Ну, они смачивают морды. Вот нам видно, у них там дырка лежит, потому что они попили, попили. Научились они, нажимают. Носиком попили, носик помыли. И побежали дальше кушать. Луночка уже в кормушку вообще не влазит. Будем им чуть попозже кормушку другую ставить. Уже пока в это немножко. А потом уже будем посерьезнее кормушечку прибивать. Этот дрыщ на ножках длинненький. Вот они пьют у нас. Покажи, ты пьешь. Покажи. Скажи, вот так я пью. Так, показываем, как вы пьете. Никто не пристает. Луна, не приставать. Луна длинненькая ты наша. Ой, кабан пятак. В общем, я не прогадала, что я ее выбрала. Если она будет так и расти дальше, то свиноматка будет клевая. Ну, кабанчик, конечно, уступает, спору нет, но тоже набирает. Просто Луна совсем быстро набирает. Боксерчик не успевает за ней немножко. Кушают вообще хорошо, молодцы. Какую-то веревку они себе... Это я двери когда-то привязывала, эту калиточку, чтобы она открытая все время была. Ну, это так, шутки шутить с ними. Вот, кирпичик это тягают, что говорить за эту веревочку. Что такие дела. Теперь у нас вообще тут культурно, поилочка, все дела. Это я им поставила кормушку, перевернула поками, чтобы они еще немножко на носочках становятся. Высоко им, высоковато им поилочка. Чугунная она. Водичка тут плохо, конечно, видно, что она льется. Как... Ну, вот тут вот. Сейчас, может, я с этой стороны стану. Чтобы... Ну, подожди, ты не прыгай на меня. Не, ну, посмотри. Ну, зачем ты на меня нападаешь? Покажу. Не видно. Не видно тут. Темно. Ну, водичка вот там у них наполняется. Ну, точно такая же, как и у свиньи. Носиком нажимает. Ну, у свиньи сделали мы хороший такой напор, серьезный. Потому что там детский вариант был для такой свиньи. Все равно она умудрялась выпивать всю бочку, когда кормила поросят. Сейчас там грязная вода на дне. Вчера налили, прям вот мутная такая стала. Сейчас осела, все чистенько там. Но будем чистить. Только закончится, сразу будем чистить. Я сейчас покажу, если я залезу туда. Покажу, как там. Если я хоть бы телефон не уронить. Если видно. Вон, грязная она там.
ничего, сделаем. Не догадались сразу почистить, сразу все подсоединили, оно так получилось. Так что вот такие дела. Я довольная, поросята растут. Все у нас хорошо. Да, Лунушка моя, ой, Луна. Ой, Луна, а что ты это? О, Луна, а что ты это вытянулась-то? Ты и так длинная, еще и вытянулась, да? Капец длиннючая, ужас, какая длинная. Мне же таких свиней не было длинных. Отличненькая девочка такая, Халюша. В общем, такие делишки у нас, все хорошо.